Ты вспомни, мама, мои первые победы детства. Ты даже плакала, я помню это, мама, честно. Душа моя еще жива. Запомни, мама. Ох, какой-то огурец взорвался. Так что же мне делать? Генералу уйти нельзя. Мне кажется, я просто не знаю, что делать. А, вспомнил. Надо идти в секретный лагерь и попросить помощи, доложить, что генерал предатель. Правильно. Если не ошибаюсь, секретный лагерь на севере. Так, вот тут нужно быть очень внимательным, потому что всякие огурцы и скелеты. Ёп-ёп-ёп. Так. Все, минус. Опа, шапочка. Шапочка. Прекрасно. Так. Где же лагерь? Тут очень много ловушек, так что нужно идти не спеша. И главное не потерять этот лагерь, потому что даже не знаю, где он может находиться. Я мог пропустить. И вот, дорогие друзья, смотрите, листва и лестница. Опа. Спускаемся. Так, давайте. А! Стоять, бояться! Кто вы такой? Да я хочу сказать, кто ты такой? Я майор Пейн, не узнали? Ой, извините, майор Пейн, проходите, пожалуйста. Благодарю, друг. Вы что делаете? Что не здороваетесь? Здравия желаю, майор Пейн! Ну, ребята, вообще, где ваше уважение? Ты чё, мужик? Ладно. Так, капитан. Надо доложить капитану. Здравия желаю, майор Пейн! Привет, капитан. Я хочу тебе сказать, кстати, хорошо тут строился. Я хочу сказать то, что наш генерал и Джемшут оказались предателями. Они на стороне французов. Нужно любой ценой остановить их. Майор Пейн, как так? Вы предатель? Капитан, нет, они хотели меня убить. Мой отец написал мне письмо и доложил, что генерал и Джемшут предатели. Хорошо, генерал. О, извините, но вы будущий генерал, хорошо? Майор, я вас понял. Спасибо большое, куда мне пойти? Идите в квартиры. Благодарю, капитан, я пошел. Так, как я понял, квартиры. Кстати, хорошо ты не устроились. Оп. Так, персонал, ну, хорошо. Тут они устроились. Майор Пейн, здравия желаю. Здравствуйте. Я тут с вами поживу. Майор Пейн, это не для вас. Иди в комнату генерала. Ну, мне кажется, лучше этого точно не будет. Так. Что? Это такое? Где генерал нарыл? Раз, два, три, четыре. 16 блоков алмазов. Умывальник личный. Картина Мона Лизы. Квартира не Мона Лизы. Генерала, мне кажется, можно назвать Мона Лизой. Это да, столько для брони. Надо повесить свою, скелета, но шапку экипировать. Вот это да, вот это хоромы, просто бомба. Давно я таких бомбовских хором не... Фу, дар речи потерял. Еще у него дверь такая. Вообще не сломаешь. Эта картина, ничего нету? Не, генерал умом не отличался. Вот это да, хоромы. Давайте выйдем. Кнопка скрыта. Так. Я вообще растолстел на пенсии. Склад. Неплохой такой склад. Вообще неплохой
склад. Так, а у персонала как? Здрасте, ребята. Здравия желаю. Второй раз сзади, ничего страшного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, шесть, только я понял, пять солдат и один охранник. А, уйди, друг, уйди. Опа, не ударил по тебе. Так. Ну, забыл закрыть, извини, охранник. Охранник, слушай, мне кажется, ты чем-то джампшута напоминаешь. Вы все охранники брутальны. Ладно. Охранник, наш секрет. Так, опа, оружейная. Мне кажется, доступ к ней закрыт. Оружейную увижу завтра. Вот это да, у них. Да они реально нормально тут разжились, слушайте. Вот еще, ты как для охранника. Сидит, кайфует. Так, ах, солдаты ходят, охраняют. Капитан, ну я вам скажу, что вы прям нормально тут разжились. Да, майор Пейн. Слушай. А кто строил комнату генерала? Какая-то у него не комната, а хоромы. Майор Пейн, он заказал, мы сделали. А здесь-то моя уже комната. Да, майор Пейн, табличка будет завтра изменена, майор. Благодарю, капитан. Благодарю. Давай, пока. Пока. Фух. Капитан. Понятно, почему до сих пор капитан. Охранник. Я понимаю, тебе показаться нравится. Охранник, друг дорогой. Опять набухался. Охранник, я теперь раз вижу, опять набухался. Глаза все зеленые. Ладно. Я пойду спать, тебе тоже совет. Чё за вонь? Нападение! Куда смотрят солдаты? Капец! А, что, это был сон? Ох, приснятся бы мне такие сны. Фух, ладно. Завтра порешаю дела. Вот это красота, конечно. Спать тут само удовольствие. Завтра будем капитально. Зайдем в оружейную и будем мстить генералу. Да.